В конференц-зале районного историко-культурного центра состоялся семинар в формате круглого стола, который был организован специалистами торгово-промышленной палаты Ленинского района для предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители нескольких крупнейших банков, офисы которых расположены на территории муниципалитета. Семинар проводился под патронажем администрации Ленинского района. Администрация Ленинского муниципального района, глава района Валерий Венцель в этом направлении занимает принципиальную позицию, что власть должна быть открыта для бизнеса и всячески помогать для его развития. В семинаре также приняли участие представители муниципальных и государственных служб. В частности, руководитель многофункционального центра Николай Бондаренко рассказал об услугах, которые оказывает центр «Мои документы» для предпринимателей. Нам реализуется сейчас новая услуга, которая оказалась очень востребована. Это выезд специалиста в офис компании, той или иной, для приема услуг. Представители банков, участников подготовили наглядные презентации своих услуг: расчетно-кассовое обслуживание, предоставление кредитов, правила работы различных сервисов. Спектр обсуждаемых вопросов был весьма широк. На территории города Видное у нас функционируют два полноформатных отделения дополнительных офиса. Работаем активно, делаем все, что можем, готовы помогать, поддерживать. Еще раз всем большое спасибо, что пришли, что мы имеем возможность выступить. Формат круглого стола подразумевал не только выступления спикеров, но и ответы на возникающие вопросы. А их на встрече прозвучало немало. Ведь грамотная работа с банками – одна из ключевых функций любого бизнеса. Многие из предпринимателей района откликнулись и пришли на это мероприятие. Я думаю, она очень полезная с точки зрения того, что в сегодняшней ситуации экономической сложной предприниматели должны знать о тех мерах поддержки, которые оказывают банки района. Напомним, что торгово-промышленная палата существует в Ленинском районе с ноября 2017 года. Подобные мероприятия проводятся для представителей бизнес-сообщества на постоянной основе.